Экипаж скорой едет на вызов в самый центр города. По словам водителя, добираться до места в курортный сезон не так просто. Иногда участникам движения при всем желании просто негде разминуться. В этот раз доехали за считанные минуты. Если госпитализация не требуется, обязательное сообщение в диспетчерскую. В нескольких кварталах может оказаться тот, кому срочно требуется помощь. В минувшие выходные медики побили своеобразный рекорд – 500 выездов за сутки. 3 раза больше, чем в межсезонье. Устают? Не, нормально. Норму вырабатываю. Это диспетчерская. Здесь принимают до 1000 звонков в сутки. Часто отдыхающие хотят проконсультироваться, где можно получить ту или иную медицинскую помощь. А врача-педиатра не вызывали? Как говорят медики, примерно 2/3 случаев связаны с детьми. Причем бывает, что вызов поступает уже перед самым отъездом. Не доводить до того состояния, когда температура уже становится 39-40 и вызывать скорую помощь, а при малейших признаках обратиться к педиатру. Сейчас поликлиники работают в полную силу. Детская поликлиника городская работает до 7 часов, педиатр принимает. Прием ведется в субботу, воскресенье, поэтому всегда они имеют возможность получить квалифицированную педиатрическую помощь. В этот раз обошлось без госпитализации, да и тревога оказалась ложной, но не сам вызов. Ну, бывают люди, точно себе диагноз не могут поставить. Им кажется, что это что-то смертельное, не вдохнуть не могут, а на самом деле оказывается что-то банальное. В целом на станции скорой помощи отмечают, что экипажи в этот сезон делают процентов на 10-15 больше выездов, чем прошлым летом. Все примерно пропорционально росту числа отдыхающих. Его опускаем, здесь должно быть тело, и нажимаем, да? Мы можем часами, сколько надо. Этот аппарат для закрытого массажа сердца, как говорят на скорой, серьезно увеличивает условную боеспособность экипажа. В Анапе, да и во всем Краснодарском крае, он пока единственный. Как говорят медики, чаще всего до серьезных проблем доводит беспечность. Люди приезжают, чтобы отвлечься от повседневных проблем, однако в итоге притупляются родительский инстинкт и инстинкт самосохранения. Поэтому главный рецепт на все дни – помнить, что солнце и вода, как и любое лекарство, полезны, но без передозировок.